Детские мальчики, смотрите, кого я нашла. Вы можете ее потрогать, но только очень аккуратненько, а то у нее шипы. Смотрите, у нее лапки липкие. Смотрите, ты ее поставила? Смотрите. Теперь пришлось ее одевать. У нее такие колючечки маленькие. А вы знаете, что по ней могут предсказывать погоду? И если будет холодная зима, она вся черная. А если будет теплая зима, она вся коричневая. Знаете, как отличается гусеница от личинки? Потому что у гусеницы 5 глазок, у личинки 2. А вы знаете, что личинки могут быть они не мохнатые, а гусеницы мохнатые. Целую, пока. Вот это нормально. Кеша.